Константин Генич и Георгий Черданцев, с вами «Дождь льет», но поле готово к такому. Посмотрим момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Посмотрим на состав хозяев. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. До гостей. Нападающие могут сосредоточиться на атаке. У них за спиной надежная опора. Да, в лице сразу четырех полузащитников. Константин Генич и Георгий Черданцев, с вами «Дождь льет», но поле готово к такому. Посмотрим момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Посмотрим на состав хозяев. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. До гостей. Нападающие могут сосредоточиться на атаке. У них за спиной надежная опора. Да, в лице сразу четырех полузащитников. Константин Генич и Георгий Черданцев, с вами «Дождь льет», но поле готово к такому. Посмотрим момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. Посмотрим на состав хозяев. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. До гостей. Нападающие могут сосредоточиться на атаке. У них за спиной надежная опора. Да, в лице сразу четырех полузащитников. Константин Генич и Георгий Черданцев, с вами «Дождь льет», но поле готово к такому. Посмотрим. Первый тайм начался. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Хорошо, мяч перехватили в атаке. Мяч перешел к другой команде. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Атака продолжится через фланг. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось.